Инновации у швейной вытворчасці Светлогорским волокно презентовала коллекцию одення з разумного текстилю. Яно призначено для спорту и активного отпочинку. Про переваги и перспективы выкористання подобных тканин доведалася Катярина Сапельникова. Разумная тканина – это распрацовка светлогорского предприемства «Химволокно». В ассортименте 12 видов трикотажных полотнов. Например, тканина, якая хутка убирает и выпарает вильгать. Тело застается сухим и подтримливается оптимальный температурный режим. Ее выкористовывают для створения разумных футболок. У некоторых из них робят уставки с тканины с антибактериальным эффектом. Иснуют и нитки с застуджальным эффектом. Эти нити, они более мягкие, они более эластичные, они более приятные на ощупь изделия из этих нитей. Они позволяют подавить рост бактерий, если это имеется в виду антибактериальная нить. Они позволяют легко распределять влагу между слоями одежды, и таким образом ощущение создается, что одежда постоянно сухая. Есть нити, которые элементарные филаменты, которых имеют полое сечение, таким образом они позволяют сохранять тепло, обладают очень хорошей теплоизолирующей способностью. Разумные нитки призначены не только для створения спортивного одения и термобелизны, але и для вырабу медицинских бинтов и бандажов. Сярод заказчиков – вытворцы текстилю с Беларуси и близкого замежа. Мы разработали текстильное полотно для компании «Декатлон». Это спортивное полотенце, которое позволяет спортсмену быстро вытереться, и она быстро впитывает влагу. И при этом очень быстро высыхает. И следующим направлением идет это столовое белье. Наш покупатель не только сети торговые, но и сами потребители – это рестораны, кафе. Завод полиэфирных текстильных ниток – наибуйнейшее подобное предприемство у Европе. Супрацовництво ведется амаль 40 краинами. 70% продукции призначено на экспорт. Мы нацелены на то, чтобы расширять свой экспортный потенциал. Поскольку продукция, которую мы выпускаем, она востребована просто всеми потребителями, независимо в какой части земного шара они находятся. Катерина Сапельникова, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке агентства теленовинов со Светлогорска.